Покажу на этом видео разницу между зимним и осенним плащевым комбинезонами. Смотрите, это осенний комбинезончик. Он не слишком толстый, на тоненьком синтепоне. И здесь хлопковая трикотажная подкладка. Скользящая подкладка в ручках и ножках на половине рукава. Рядышком лежит зимний комбинезон. Как видите, здесь подклад идет флисовый. И в капюшончике, и по телу. В ручках и в ножках также скользящая подкладка. Новые модели, которые мы шьем с регулировкой на манжетах. То есть его можно за счет липучки уменьшить. Здесь вот так же. В зимнем синтепон в два раза толще, чем в осеннем.